Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав Соловей, он агублогер. Сегодня будем играть под названием Браво Старс. Короче, ребят, сначала я хотел бы получить, как я вам покажу. Вот, смотрите, сколько стоит этот Леон. Редкие бойцы хотел бы получить за 30 кристаллов. У меня 14. Ну ладно, заработаем. Если получится, то есть. То у Игорюшины Гроши есть ПМ. Нет, у него нету. Вы помните, а у Лизы есть вот такой боец Пайпер. Я его видел в прошлый раз. Кара у всех есть. Дэрил у них есть, который у меня на поражении. Барли, который... Вот, смотрите, волшебник Барли. Как заработать ее? Надо придумать баг, как вот этот заработать. Это. Вот, смотрите. Смотрите, как есть Чупа-Чупс. Смотрите, как он ест Чупа-Чупс. Смотри, Куаланита. Шелли бандитка, тачдаун, тачдаун, бол, Систер Брок, Эль Рей Примо, он говорит, Эль Примо, полузащитник, бол, темный рыцарь Джесси. Так, большой ящик, мега ящик, а эти не зарабатывать. Фу. Туннелик Кэнди, 3-2 в 1. Сейчас, короче, мы начинаем задание. Так, завтра вот это появится. А сейчас пока я больше не буду снимать про Лакомока. Ну, короче, ну я хотел про Бравл Старс снимать, а не про Лакомока. Ну, сейчас... Вот, смотрите, сколько заработал цех кубков. Вот Нита у меня есть, короче. Я вам показал Куалу Ниту. Смотрите, все заработал. И Джесси себе заработал в прошлый раз, ребята. Билеты. Брок себе заработал. И вот это заработал. Новый рубеж. Используй монеты для улучшения для бойца. Так, какое событие? Можно броу-боу. Броу-боу. Так, поехали. Поехали. Фрэнк. На тебе, Фрэнк. Так. Взял мячик. Наконец-то. Ефинку. Хат. Леон. У него бандит Кольт. Я вам покажу после победы. На тебе. Ого. Я против Леона. Так, зовут Леон. Точно, я против. Тогда я стрельну, означает, что я против. Фрэнк! Нет, ты... На! Смотрите, я против Фрэнка. Я против Фрэнка. Ребята, я же против. Это означает... Да так, я снимаю запись. На тебе. Эль Примух. На тебе. Не успел. Убегать отсюда. На ведоме это Карл, так зовут этого бойца. Вот название Карл. Ах, как миньон. Вот, смотрите, ее стрельнули. Ах.
И я не успел. Короче, я вам покажу после видео, как я заработал вчера, позавчера бандит Кольт. Варя, ты чё забил гол? Ну ты смешной. Ого! Ого, какой стрелок был. Стрельнул. У нас поражение, но сейчас еще раз. Еще раз, короче, я умею играть в Brawl Stars. А девочки все кажут в школе, потому что я не умею играть в Brawl Stars. Ну, короче, я хочу, чтобы не говорили такого. Не ставьте дизлайки, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я вам покажу бандит Кольт. Все поставили лайки, молодцы! Вы умники, что вы нашли мой канал. Пишите свое об имени в комментариях. И в конце видео кто-то напишет: класс, ты топ. Ты топ, очень ты топ. Я топ. Короче, ух ты. А, я не взяла мячик. Ого, у нас победа. Все, у нас победа. А у их всех поражение есть. Я же говорил, ребята, что я умею в Brawl Stars играть. Я вам покажу бандита Кольта. Вот. Вот такой у него вот такой был. Смотрите, какой он красивенький, который был. Я сейчас... Я больше не буду про Лакомока. Вот смотрите, надо в марте получить Динамайка. Вот смотрите, Макс. Смотрите, как он пьет. А вот смотрите, как он будет сладко, если он... Оп, смотрите, какой фокус у него. А вот сопельки. Ворон. Убийца с ядом. Леон. Мистер Пы. Ля-ля. Служба доставки. Мистер Пы. Б.А. Б.А. П.М. Поддержка. Пайпер. А у Лизы такой есть, вот такой боец. Я вам говорил. Роза, у всех есть. Дэрил. Это кто прячется? А, я знаю. Эмс, она что-то ударилась. Смотрите, как она фоткается. Это что такое? 8 бит. А, на фото. Тик. А чего... Бум-бум-бум-бум. О, стой. Испытаем. Нет. Фу. Я не люблю икры. Ребята, мы снимаем запись. Так. Так, стрельнем. Так. Ефинку хат. Хат. Она на горе, кузи сиди стат, сонов, она сына, она сына, тёна, хат, хат, хат. Он похож на Ниту, этот Бо, он похож на Ниту. Короче, он похож на Ниту. На Ниту он похож. На тебе. Что-то такое, дымка. А, это просто сон. Вот, смотрите, у меня 100 жизней. Это так мало жизни. Так. Ефинку хат, хат, хат. Ефинку хат, хат. Ответ на Гарри Квизи. Чиди стат. Тёнов, а на Санталекс. Тёнов, хат, 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 хат. А вы скачайте музыку про хат. Я себе скачал. Так.
На. Вот, смотрите. А чё попа на голове? А, он, наверное, повернулся. Он совсем похож на Ниту. Он похож на Ниту. На Ниту похож. Этот док. Этот бо. А чё 33? Биби. Угу. Ты что там слышишь? На тебе. Бита еще. Еще есть бита. Ты его здесь пишешь, что здесь? Сейчас. Последних сил. На тебе, робот. Испытали про Биби. Давайте возьмем Джесси. Вот эту парню, вот это задание тогда. Так, мы сейчас, лисичка, блед. Так. Возьмем. Упс, кажется, меня стрельнули. Сейчас будет все порядке. Ля. О, все. Это я, Ярослав Соловей. Это я здесь. Вот, смотрите, мое имя. Ярослав. А фамилия Соловей, как похоже. Ну, только Ярослав Соловей, он эго-блогер. Ого, лисичка, блед. Ты чё, блед? Сейчас я буду синеньким, таким зелененьким, который горит зелененький цвет. Зелененький. Так. На. Воу! Уху! Я победил! Уху! Уху! Короче, мы поменяем картину, Джесси. Вот, поменял свою картину. Вот. Ну, моя команда забула. Это моя команда забула. Забула. А вот, Брок. У меня и тоже есть Брок. Ну, сейчас, короче... У меня силы хватает. О, в Лера. Лера. У Леры тоже есть такой боец. Ну ты даешь, Лера. Лера. На тебе. На. Ты чего, Лера? А ну-ка иди сюда. А, Лера? Ты совсем ку-ку? Ты чё меня стрельнула, а? Объясни, пожалуйста. О! Тьфу! А случайно нету? А, наверное, нету, конечно, Леры. Он тоже такой Джесси есть. О! Так, короче, проиграл я, а потом Брок проиграл. О, взял свою жизнь. А вы знаете, как называется? Если да, поставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, нажмите колокольчик. Напишите свое имя в комментариях. Ой-ой-ой-ой-ой. Упс.
Упс. Кс, блин. Упс. Опять. Я вам скажу вот так. Ребята, заходите на YouTube, смотрите Полинин канал. Евгения Котенко. Я ссылки поставлю в описании. Если да, вы знаете, я нашел вчера канал у Полины. Короче, нашел вчера канал на телевизоре. Вы посмотрите одно видео. С видео называется Полинка Малинка. Она Малинка? Я тоже так. Мама будет называть меня Малинкой. Ой! Упс! Ну давай заново начинать только. Да я скачал дурекордер. Прикольно. Я скачиваю эту приложение дурекордер для записи. Если вы будете снимать запись, то я ссылки поставлю в описании. О, Кэму. О, Барли. Я могу тоже получать Барли. Короче. Победил. Ого, сколько мне кубков. Смотрите. Мы сейчас, короче, все задания. Так, почитаем. 1, 2, 3, 4, 5. А шестое задание, не понял. Это же последняя. Силовая гонка, короче, мне жалко. Так, Бробол. Какого бойца выберем? Может, Бу? О, Бу! Алекс Гол! Так, картина Бу. Вот, странная картина Бу. Странно, как эта картина Буа. О, у них... У всех есть Бу. Алекс Гоу. А это что? Убила меня вжух царь. Забивает Гоу. А как же я? А как буду я забивать Гоу? Надо, чтобы я стрельнул его. Нет, не успел стрельнуть его. Не получилось мне переключаться. Мне надо заново начинать. Соня запретила. Потому что не победа. А, тоже поражение. На тебе. Шелли забивает гол для побед. Ему стрельнули, а он не успел. Хакер, ты чего стреляешь? Ты чего стреляешь? У меня Барли стрельнул меня. Ну мне надо стрельнуть Давина. Так, короче. Хакер. Ты чего? А в первый раз стрельнул Шелли. Шелли стрельнул. На. Хакер. Это какой-то хакер. Характер. Ну какой-то капец. Ой. Текаем. О, я забиваю гол. Наконец-то. На тебе. Ой. Текаем. Все. Да ты опять? Ну опять это поражение, Бу. Вот смотрите, странная картина у Бу. Смотрите, уж странная картина у Бу. Бу. 8 бит у них есть. У всех есть Бу. Ой, у Яны появится 8 бит. Радио. Может, он забивает гол? Наверное.
Let's go. Да-да-да-да-да-бол. Странно, какие-то конфеты. Странно, как... ля-ля-ля. Ля-ка-се. А где? Оу-оу-оу-оу-оу-оч. Что, нету их? Что ли? О, беленькая что-то. О, мячик. Мячик, мячик, мячик. Ты чё, Кару? Кару. Кару. Кару, Кару, Кару. На. Ты чё, радио? Забиваешь ты игол? Ну ты даёшь. А, ладно, у меня тоже победа. А кто стрельнул его? А кто стрельнул меня? А кто стрельнул этого радио? Не на фото. А фото. Это что? Так. Убегаем. Убегаем. То будет матч откочен. О! Победил! Победа! У-ху! Наконец-то! Мне не хватает зарядки. Короче, не хватает. И я на мамином телефоне. У меня... Ну, сейчас смотрите. Какой человечек, у него попа. Я не буду про это говорить. Про бока. Вот смотрите, странная картина. Как мне жалко. Да вообще. Сонная. Смотрите. Так, стрельнем роботов. И на фото. Ого, смотрите, смотрите. Вингл, 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 вингл. Стоп! Я не буду про это говорить. Вингл, вингл, стоп. Стоп. Вингл, вингл, задолбали меня. Короче, роботы. Сэнди меня задолбал. Короче. Мне не хватает зарядки. Мне зарядки не хватает. Эль Примо! Я выберу Эль Примо! Эль Примо! Кстати, ема! Боже! Я вам забыл показать бандита кольта! А, я вам не забыл! Я пошутил! Путь нуба. Ого. Кимару меня стрельнул. Это так. Это... Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пол. Пол. Что это такое? Дымка. СМИ забивает гол. Матч откончен. Уху! Примо! Войска Керен! Примо! Что это такое? ДМГ? А, это же сон. Носить всем побед. У нас, короче.
Вот. Томила. 27 бойцов. У меня Эль Приму есть, Кольт есть, Шелли есть, Рико есть, Брок есть. Есть. Динамайк. Бока у меня есть, Джесси есть. Что это? Макс. Макс у меня нет, Макс. Блед, Захар. И у меня 9 бойцов. Ну, я вам показал. Клубчик. Клубчик. Хакер. Ой, Шелли у меня есть. Рико есть. Кольт есть. Нита есть. Пока есть. Эль Приму есть, Джесси есть, Брок есть, Боу есть. Короче, ну сейчас. Давай, Бобби. Бобби. Ну, с вами всем пока-пока. С вами Ярослав Соловей. Он агу-блогер.